добрались до Києва, будем хавать шаурму. У нас есть трабло. Очередной ланос с большим пробегом 300 тысяч. Для своего пробега выглядит он неплохо, но есть опять же вопросы по коррозии, то есть стандартные места, арки, пороги, и плюс он довольно-таки сильно заколхожен, поэтому едем смотреть дальше. Саня в ланосе сидит. Саня в ланосе. Ну что, как, руль круглый? А колеса? Колеса круглые, фары. Заправочка. Чи. Вот ради таких локаций путешествие было задумано. Ну и самое главное, купить живой ланос. Операция «Мертвый ланос». В том-то и дело, что у нас пока операция «Мертвый ланос». Ну, поэтому я так ее и назвал. 12 злобных ланосов. Полуживой ланос, ланос в конвульсиях, там, вот эта вся херня, короче. А есть ланос после клуба? После клуба? Я думаю, после сельского клуба, там, каждый ланос. Ланос после клуба, клубная цена. Ланос после шаурмы на вокзале, есть такой? Есть тачка клубная, но она в Харькове за 3,5, без колес. За 3,5 без колес, нет, не подходит. Как, а в смысле без колес? На ступицах поедем? На лыжах. Да. Ну, у меня была мысль, если я договорюсь с типом, ну, мы снимем мои колеса. Со слитка колеса. Да. Очередная заправка. Мы уже в итоге проехали. Сколько мы, блядь, 780 проехали? 780 километров проехали, уже вторая заправочка. Toyota довольно-таки экономная получается. Мы добрались до Киева, будем хавать шаурму. Но у нас есть трабло с электроподъемниками. Перекос хуйни. Так что там, рассказывай. Пороги, арки начали цвести, но не так критично, как на остальных машинах. И он 3.6 хочет, да, за него? 3.7, да. 3.7. Она вообще не крученная, вообще вся. Родная, да? Да, ну, кроме дверей правых. Двери, шпакли. Да. Шпакля, колока. То, ну, она, короче, не стоит 3.7. Не, совершенно. Она без газа. Еще и без газа. Ну, у нее пробег прикольный, 114. В общем, это уже 14-я тачка по счету. И, как видите, да, найти живой ланос практически нереально. Два человека от нас отморозились, мы им звонили, приехали даже туда. За адекватные деньги проблемы найти. Да. Мы им звоним, они сейчас трубки повыключали, и дозвониться им нереально. Так, если продаете тачку, так не делать. Если передумали, лучше перезвоните и скажите. 15-й по счету. Да, это такое пока. С виду огнина. Он матовый или что? Вот клак, да? Вот это крыло, ну, он говорил, что крыло это крашено. А что они так переход не убрали? Короче, аппарат... Аппарат собран, блядь, из 50 частей, блин, крашеный криво ногами, блин, куча. Я бы лучше покрасил в натуре. То есть, заключается в том, что люди обещают, что машина в нормальном состоянии, в итоге приезжаем и, как всегда, просто хлам очередной, и хотят за него кучу денег. 17-й ланос, мы едем опять 30 километров, прождали человека 2 часа, в итоге хлам приехал очередной, то есть убиваем просто время. Люди говорят неправду и завышают цены за эти хламидии. Это говорит о том, что скоро ланосов живых не будет уже. А уже нету, блядь, хули, блядь.
Старение заложено с завода. Так, дяденька, рассказывай. Короче, что-то. Дядька, типа там взрослый, это вот, сестра подарила новую тачку. Может, есть смысл попросить дополнительные фотографии, чтобы он сфоткал? Он там вообще не шарит. Он говорит, ну, типа, сзади на порогах чуть-чуть там, типа, краску подбивал. По цене. Ну, я понял. Он, короче, мнется, но я вижу, если, типа, приехали, ну, как бы... Сотку по-любому скинет. А какой ценник? 3,8. Блядь, ну 3,7 это дохуя. Это барабан или кондиционер? Не, это полная комплектация. Без газа? Не, без газа. Без газа. Ебать, 78 тысяч пробегов, на тачке не ездили. У меня больше пробегов. Да. Ну просто, блядь, понимаешь, вот уже слов наслушались, блин. Главное, чтобы он реально совпадал с реальностью. Блядь. Что, мы дотянем, доедем? Ну, будем, чуваки, давайте тогда по часу, по два ехать, блядь. У нас как бы времени дохуя. Сколько до Гайсона? До Гайсона, как бы, это по киевской трассе до Умани. И от Умани там вообще херня ехать. А, то есть... Короче, сколько времени? Час ночи? Приятно. О, на самом деле, нахуя сюда? Мы пришли типа в отельчик поспать, помыться, потому что вообще никакие. Завтра винится еще одна тачка, я ложусь спать, а увидимся уже утром. Для вас это будет быстро. Рота, подъем. Ты выспался, не? Да нет. Бля, ну я такое уже получше. Саня даже через туалет договаривается о встрече. Короче, бизнес-процесс идет даже из комнаты заседания. У нас такой вид. Ставок. Что там, Саня, колесики живые? Жопа села. А из-за коробки? Да. Вроде как живые. Ты уже ногу засрал. Видок я проверил, короче, а задок я... Да-да-да, едем, вот, 5 минут. Что там будет двигаться? 5 минут 10 ехать. Что там будет двигаться? Сейчас будем двигаться машину. Ну. Тут уже арка вздувается. Порог задут и неровный. Что смотришь? Последний надо просто перечухать. Ну, пока не... БФ-кой перемазать. Это типа этот мастика, да? Ну, просто обычная краска с подписом. Понятно. Подушка, да? Для руки. 1080 камеры. В общем, еще вариант посмотрим. Это что я хочу. 16-й Ланос Дзинь. Минус. Едем смотреть дальше. Капот открытым. Давайте.
там вин-код на пороге. И чуть-чуть, ну, любая схватка, потом будет вопрос. Понятно, что как бы она вся оформится, потому что она не будет отрезаться, вот эта верхняя часть. Но любая, ну, потом будет просто экспертиза делать. То есть у нее пробег 300 тысяч, да? Да, бумка такая. Смотрели очередной Ланос с большим пробегом 300 тысяч. Для своего пробега выглядит он неплохо, но есть опять же вопросы по коррозии, то есть стандартные места, арки, пороги. И плюс он довольно-таки сильно заколхожен, поэтому едем смотреть дальше. Саня, какие у тебя слова ассоциируются с Ланосом? Мы можем позвонить лично. С Ланосом? Да. Трудно найти. Легко потерять. Тяжело забыть. Невозможно забыть. И дорого. Дорого, дорого, дорого. Дорого, дорого и много дырок. Хорошо, я понял. Спасибо. Ну что, рассказывай, что там? На какой-то вешалке. Он говорит, типа, есть пару жучков, ну, типа, там, договорились. И за сколько он хочет? 3700, ну, я не знаю. Там, ну, тачка должна вот просто там быть два таких маленьких рыжика, которые там, ну, просто вот как бы пальцем утирают. Это когда... На газу, да, все есть. Да. Это когда голубь накакал два маленьких рыжика, да? Маленькие такие. То есть, типа, с ней почти ничего не надо делать. Тогда да, тогда это оправданно сделать. Ну, надо смотреть. Ну, ты видишь, мы 15 таких машин посмотрели, которые не надо ничего делать. Что, никого нету здесь? Подушка с коробкой. О, подушка есть. Подкрашивала, да? Подкрашена вся. А, это вся крашена хуёво причём, да? Крыша. Рыжики. Шмыжики. Ланос номер 19. Да. Порожки начинают. Ну, здесь... Да, там гравитексишь путёвки все. Понятно, то есть это не эталон. И хотят за него 3700. Мы ради интереса поехали посмотреть тачку, которая стоит 3700. Это типа уже считается выше рынка. И там по состоянию оно такое же. Здрасте. Цветет. Покажи. А, видишь? А, цветет. Ну это начало или уже это пипец? Пипец. Это на родной краске начало. Металлика показывает по телевизору. Кстати, ребят, не забываем подписываться на мой инстаграм HDLS. Ставить лайки, писать комментарии. Ну а мы приступаем к еде. Почти. В общем, приехали еще за него, на сам 350 хотят. Кондер, газ. Есть парк, троник передний, задний, тоже из колхозинга, но пока за свою цену это интересный варик. Сейчас. Такое тоже вот, по арке. Да, да, мы смотрим. Мы звонили, да, вот смотрим. Есть пороги, да? Печальные, блядь. Внизу посмотри. Красилось. Ага, да, вижу. Порог печалька. Да. Ну за. Чувак, а если она за 3 уйдет? Есть резон? А, вон арочка мертвая. Да, 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 да. Да, она шпакли вся. И вот она вот тут вот сидит. Ага, да, вижу. Тоже, типа, не ну, ну это хотя бы чуть-чуть цена оправдана. По цене это немножко оправдано. Человек не хочет 3,8 за нее, понимаешь, в чем проблема? Если за 300, допустим, ну даже... Сейчас, вот так вот красилось. Вот это красилось.
сюда, походу, просто переход делался. Угу. То есть, итого имеем порог, арочка с левой стороны. Они обе, они... С этой стороны чуть живее, но тоже жопа. Машина окрасилась по правой стороне кусками. Вот переход сделан. Двери тоже, двери. Двери по вопросам такое. Но пока хоть цену не ломят за нее, да. А ну, что это за тачка? Типа брела 1400 пишет. Ебанутый. У перекупа свой юмор, блин. 2700 завтра куплю. Она вылет? Ой, или были еще, блядь. Винится? Закрыт. Без кондея. Да. Газу? Еще вот такой нюансик заметили. В общем, пока этот варик мы закрываем. Не, это не стреляет. То есть получается попадание на все пять элементов, да, двери. Да, я не могу понять, зачем мобилили все днище, то есть как бы там все днище в мобили зашло. Она, может, она просто цвести начала. Что уже пересмотрели много машин. Давно ждете нас? Мама родная. Крашеный еще здесь. Крашеный, да? Ага, вижу, да. Очень много свечей, ключей и этих болтов, дверных карт. Еще посмотрели один Ланос, это, если не ошибаюсь, 19 или 20. Значит, все приколы увидели на видео. На кузове есть трещина, гнилые пороги, арки тоже крашеные в круг. В общем, машина, скорее всего, из-под такси, потому что есть салон разобран. Поэтому едем дальше. Санька, рассказывай, за что договариваешь? Короче, он говорит 3100, я говорю, давайте 3, он говорит, типа, 3100, завтра мы едем, типа, он хотел дозаправить кондёр, вот, ну, видно, что тачка хозяйка. Может, говорит, пускай есть смысл, чтобы он нам сбросил на дозаправку, да, 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 а мы его заправлять не будем? Да ничего, блин, если он есть, сделает. Пока что, ну, есть что делать. Короче, да, навесное железо все рыжее, но вот пороги перечухать, они будут. То есть это хэтч у нас под номером 18, который... Я их уже запоминаю. У тебя тетрадки нет там с номерацией, фотографиями? То есть, получается, изначально цена 3200. 350. А, 3350, если за трешку уйдет. А прошли бы типа для себя, я говорю, да, для себя, поэтому... Переоформляемся. Так, ну, надежды появляются. Может быть, наклюнется сейчас вариантик, если цену нам сбросят, за трешечку можно будет забрать хэтч, который мы до этого смотрели. Потому что из всех 20 посмотревших, ну, тачек, которые мы посмотрели, это более-менее соотношение по состоянию и цене. Поэтому едем обратно, сейчас посмотрим дополнительно и, может быть, заберем. В общем, надеемся, что наше путешествие срастется, и мы заберем тачку. И Саня будет счастлив и не будет грустить, и плюс экономит еще баблишко. Все. Выбрали аппарат. В общем, едем в МРЭО переоформляться, надеюсь, успеем. Едем сзади, вроде не дымит. Есть зазоры по бамперам. Ну, то за такую цену в итоге за трешку договорились. Надеюсь, Саня будет доволен. Она ему прослужит долго и счастливо. Поэтому вот так вот. Короче, Ланос живой. Найти это целый квест. Если собираетесь покупать автомобиль, то вам надо выделить минимум неделю своей жизни, чтобы найти такую машину. И либо переплатить денег и тогда не париться. Правильно? А если на двери нет зазоров, значит, ее заварили.
Либо это купе. Все, договор у нас уже на руках. Тачка у нас. Саню поздравляю. Ты доволен? Наконец-то мы это сделали. Мы купили аппарат. Договорились за трешку. В принципе, аппарат очень живой. Опять же, мы сильно устали, херово спали. Но я надеюсь, что аппарат послужит долго. Мы проверили его на аресты, на штрафы, на всю эту херню. Сделали экспертизу и нормально. То есть автомобиль чистый, хозяин вроде нормальный. Сейчас еще даст довесок 4 нам колеса, резины зимние, 4 покрышки. И мы отправляемся обратно в дорогу. Сидит. Ну что, как руль круглый? Руль круглый, да. А колеса? Колеса круглые, фары. Заправочка. 500 грн. Чип. Дынь. А включи дальний, у тебя походу ксенон, понял? Не, у него эти диоды хуйня. Не, не включил. Моргни просто. Видишь, я же говорю, это все. Это за рулем Toyota мчусь домой. Хоть я сильно устал, но мысли о том, что я возвращаюсь домой, греют и придают дополнительных сил. Вообще было круто, поездка, я очень доволен. Главное, что мы сделали, это все с результатом. И едем мы назад с машиной. Я уже обогнал этот Ланос. Саня привыкает к нему. Ну, в общем, поездка, я очень-очень доволен. Из всех городов, которые посмотрели, это Гайсен, Немиров, Житомир, Винница. Понравились больше всего Винница. Она приближенная к Одессе и близка мне по духу. Там очень интересно. И я надеюсь, что моя следующая поездка будет связана просто с отдыхом. И, скорее всего, я поеду в Винницу. Еду домой монтировать для вас видео, уважаемые подписчики. Это уже трасса Е95 на Одессу. Поэтому скоро будем дома. Навигатор показывает 3 часа 23 минуты. На часах 8:32. Я еду со скоростью 100 км в час. Поэтому я надеюсь, что мы где-то за 3-3,5 часа доедем. Тебе спасибо, что смотрел видео. Подписывайся на канал, ставь лайки. Мы будем снимать подобные видео еще. И обязательно будем выкладывать это на YouTube. Для того, чтобы у нас был дополнительный интерес, ставьте лайки, и мы будем понимать, что вам это интересно. Всем спасибо за внимание и пока. Удачи!